Добрый вечер, друзья. Я впервые обращаюсь к телезрителям «Добрый вечер» как ведущий утренней почты. И, честно говоря, для меня это несколько непривычно. Я думаю, для вас тоже. Но дело в том, что сегодня у нас, так сказать, неурочный выход в эфир. Утренняя почта работает утром, вечером отдыхает, смотрит телевизор, смотрит другие программы, встречается с друзьями, приглашает в гости. И сегодня мы пригласили в телевизионную студию гостей из Скандинавии, вернее, гостью, музыкальную цикловую телевизионную программу «Лестница Якоба» из Швеции. Лестницу они не привезли, большая очень. Поэтому мы решили построить свою, чтобы они чувствовали себя как дома. Вот посмотрите на это сооружение из телевизоров. Ну, не очень похоже, но вроде бы лестница. У вас может возникнуть вопрос, а стоило ли городить весь этот огород, если у них на стокгольмском телевидении такая сложная декорация? Не проще ли бы утренней почте поехать в гости к лестнице Якоба? Но тут есть один нюанс, который вы сразу поймете, как только появится ведущий передачи «Лестница Якоба». Спасибо. Добрый вечер. Välkommen och god kväll. Но Юра, я не Якоб, я просто Яша. Яша, да? Договорились, Яша. И в отличие от Юра, я уже привык к вечернему приветствию, потому что моя лестница, лестница Якоба, это программа и вечерняя, и субботная. И почему лестница Якоба в Москве? Но дело в том, что вы все уже знаете, что я потрясающе говорю по-русски для жителя Стокгольма. По-моему, очень хорошо. А ты по-шведски говоришь? Ну да, так, кое-что это. Ну что? Сколько мой фан? Ну что ты? Ой-ой-ой. Что-то не то сказал? А что ты сказал? Сколько мой фан? Ну, Юра, это непереведимо. Ну, надеюсь, ничего плохого. Нет, это отлично, но это на шведском местном диалекте очень распространенный на лестнице. И значит, черт подбери. Ну, ничего страшного. Ja, om han bara kan trimma sin umgängesaccent, den här Jura, så kan han ju få komma till Sverige och ta över stegen. Так все хемсь мяке. Ja, ваше год. Спасибо, спасибо за приглашение. Кстати, Яша, а что ты знаешь о нашей программе? Знаю, что там много говорят. Ну, бывает. Но я больше говорю. И знаю, что тоже много тебя ругают. И это бывает? Меня тоже ругают. Ну, конечно, я смотрел твою программу много раз тоже. Но шведы ничего не знают о программе. Абсолютно ничего не знают. Расскажи. С удовольствием. Наша программа «Утренняя почта» идет в течение 14 лет по первой программе центрального телевидения 30 минут. 26 минут музыки, остальное – текст. Участвуют практически все популярные артисты, смотрят тоже практически все, от самых маленьких до самых пожилых. После передачи мы начинаем получать письма, в которых нас, как правило, ругают. Молодежь ругает за то, что мало рок-музыки, пожилые люди за то, что много рок-музыки, и все вместе дружно ругают меня за то, что я отнимаю время у музыки. Я тебе завидую, for om jag skulle ha så många tittare som Jura här, han har mellan 200-300 miljoner, då skulle mina chefer tycka att det var så bra så jag skulle få en budget så jag kunde bygga en stege så hög som Eiffeltornet. Jag ska говорить, что если бы у него у передачи «Лестница Якоба» было столько же зрителей, сколько у нас, то он бы построил лестницу высотой Empire State Building. Высотой со Останкинскую башню, так. Кокнестунет. Кстати, теперь твоя очередь, расскажи о твоей передаче. Яша, это действительно твоя лестница? Ну, конечно, моя лестница. И мое личное имущество.
Я же из Швеции. Ах, ну да. Да? На этой лестнице я живу, я работаю и я люблю. И туда я приглашаю, ну, звезд таких, как Даяна Росс. Знаю. Знаешь, да, да, конечно. И принцесса Стефания из Монако. Ну, слышал, но не знаком. Ну, певица сейчас. И Тина, конечно. Тина у тебя была? Тина Тернер? Ну, конечно. Да, да, тысячу ну, раз. Ну, хорошо, все знакомы. Звонит сейчас. Да, звонит, да, ну хорошо. А som ni hör så har vi stort sett samma program. Han på morgonen utan champagne och jag på kvällen med champagne. Итак, все готово. Ты гость, Яша, пожалуйста, начинай. Итак, Алла по... О, стой, 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 спокойно, спокойно. Что? Уважаемый Якоб Долин, с какой-то стати лестница представляет артистку утренней почты? Пугачева, артистка лестницы Якоба, это знает весь мир. По-моему. Алла Пугачева, артистка утренней почты, об этом знают все советские телезрители. Об этом не знает Швеция. Это действительно так, она действительно чаще выступает у нас. А, да, нельзя. Конечно, нельзя. О, нет, можно. Ты гость, тебе можно все. Прошу. Den första internationella förvecklingen inom tv-underhållningens område slutade i samförstånd. Oroa er inte. Det här hade vi faktiskt framförhandlat på förhand. Så här kommer hon, drottningen herself, direkt från en gammal morgonpost. Alla Pugachova! Thank you.
Неужели, милый мальчик, это был ты? Как я верила глазам твоим, как я верила словам твоим. О, Боже, как смешно, глупо и смешно, впрочем, все равно. Не буду вспоминать, не буду вспоминать. Но почему опять? Ну почему опять? Ну почему опять? Алло, 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 алло. Алло, вызываю Бенни Андерсона. Эй! Хэнс Микель. Если бы ты знал, Бенни, как мы рады, что ты в Москве. И вот сейчас здесь москвичи и телезрители разных республик будут видеть тебя и слышать. Ты даже не представляешь, как популярны мелодии Аббы у нас здесь, в Советском Союзе. Du ska bara veta hur glad jag är att du finns här i Moskva. Tack. Du ska bara veta hur fantastiskt populära era sånger, ABBA-sånger, i Sovjetunionen. Mm-hmm. Очень жалко, что вы, конечно, в свое время не приехали все вместе, но ты не представляешь, как я рада хотя бы вот тебя здесь увидеть. Ты же знаешь, как я этого хотела. Jag är så väldigt ledsen över att ABBA aldrig kom hit, men du, jag är samtidigt fruktansvärt glad över att just du är här. Tack så mycket. И в том, что мелодии твои популярны, ты в этом сейчас можешь убедиться. Och nu ska du få övertyga dig om att dina sånger är populära i det här landet. Ну вот, пожалуйста, любую мелодию какую-нибудь начни. Spela någon, vad som helst. Lite grann bara då. Ну, ну. А деньги у него есть? А деньги у тебя есть? Спасибо. Деньги есть? Я har för mycket. Så mer än vad jag behöver. Есть? У него есть. А чем ты сейчас занимаешься? Vad gör du nu för tiden? Jag har just varit delaktig att avsluta en inspelning med Gemini. Только что окончил новый альбом с моим новой группой Gemini. Это дуэт. Карин и Андерс Гленмарк. Карин и Андерс Гленмарк. Это брат и сестра. Брат и сестра. Это Гленмарк, который пел в Бангкок, по-моему, да? Да, он пел в Бангкоке, и он тоже писал тебе песню. Cool Operator. Нет, это не дом. О, смотри. Jo, han skrev en sång på hennes platta. Ja, gjorde Anders det? Ja, just det. Det visste inte jag. Ну, пожалуйста, сыграй оттуда мелодию Светланы. Beautiful. Thank you.
Thank you very much. Ну и еще, одну песню, чтобы наши зрители узнали, интересно, вспомнят они мелодию. They don't know that. Will I play it? Yeah. Дорогие друзья, вот Бенни Андерсон уже сказал несколько слов буквально о дуэте Gemini. Мне единственное, что остается добавить, то что этот дуэт сегодня у нас здесь в студии. Дуэт Gemini. Thank you.
Вчера свенска. Онублир де мераба. Ва? И мераба дит фаворит программа? Мераба, мераба. Носковитель Републикан Туркменен и Сентрал Осиен. И хувен стадет Ашхабад. Финс рок группен гюнеш сон по туркменеска. Бетюдер тюльпан. Так, Яша, теперь будь добр. Расскажи мне, что же я все-таки сказал? Но, к сожалению, это непереведимо. Но ты попробуй. Нет, ты отлично все сказал, что... Но я не знал, что именно мераба – это твоя любимая программа в шведском радио. Ну, хоть теперь ты это программа на турецком языке. Ну, ничего. Дело в том, что ты сказал, что мы поедем в Туркмению, в Ашхабад, и там мы встречаем рок-группу «Гюнеш». Итак, «Хош Гелдинис Гюнеш».
Спасибо. Музыка и мода. Тема довольно современная, особенно весной, и не только в Москве, но и в Стокгольме. И сейчас художник-модельер Вячеслав Зайцев показывает свою коллекцию моделей. Андерс Гленмарк и группа Вячеслава Зайцева. Андерс Гленмарк, группа Вячеслава Зайцева. Я сейчас несколько нарушу порядок ведения. Нашу следующую участницу должен был представлять Яша, но он практически о ней ничего не знает. Это неудивительно, она ни разу не выступала в программе «Лестница якобы». Впрочем, она не выступала и в «Утренней почте». И сейчас двойной дебют. Зара Таникян, пожалуйста. Thank you.
Спасибо. Небольшой экскурс в лингвистику. Дуэт шведский, название английское. На русский переводится как «близнецы», но не те близнецы, что брат и сестра, а те близнецы, что созвездие и знак зодиака. По-английски звучит как «Джемини». Извините, я близнец, а ты? А я стрелец. Хорошо. По-русски, по-английски звучит как «Джемини», но что окончательно сбивает с толку, то, что это не созвездие, не знак зодиака, не близнецы, а просто брат и сестра. Я прав? Старшая сестра и младший брат. Карен и Андерс Гленмарк. Дуэт «Джемини». Hey, I'm sorry about last night. I was wrong to start a fight. Now I feel so bad. I know you're mad, but please stop holding tight. 'Cause I need you. Tender love and care. It's the only remedy when you're down and you're lonely. TLC, ooh, won't you give it to me? Give it to me. Несколько вопросов. Får jag ställa några frågor till er? Все-таки, почему же Gemini? Varför heter ni Gemini? Det har ni aldrig hört förr. För att vi är nästan tvillingar kan man säga. Почему? Потому что мы почти близнецы. А кому все-таки принадлежит идея? Кому первому пришла в голову название это? Vem kom först på den här benämningen? Det här namnet? Gemini? Ja. Det var väl Björn, tror jag. Mm. Это Björn Ulvaeus. Карен, можно один вопрос по секрету? Так, я честно говорю, что я никому не расскажу, вот только мне. Вот что вы думаете о Якобе Даллине? Jaha, det är lite svåröversättbart det här. Jag tror censuren får gripa in. Varför är Jakob Dahlin en sån perfekt programledare och så trevlig? По-моему, ты точно переводишь? Конечно. Mycket bra fråga. Очень хороший вопрос. У меня нет никакого ответа. Ну вот это. Вот тебе ответ. Насколько я знаю, следующую песню вы будете петь из кинофильма, да? Nästa sång som
du ska sjunga, Karin. Den är från en film, säger han. Vilken film? Mio moj mio på knige Astrid Lindgren. Это советско-шведский фильм. Режиссер Владимир Громанский. Фильм, который мы скоро увидим, да? Да, и фильм, премьера будет в августе в Лондоне, в Стокгольме, в Москве. И к этому фильму писал музыку шведский композитор Андерс Эльяс. Но там есть одна песня, окончательная песня. И эта песня сочиняли Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус. «Мио, мой мио». Владимир Пресняков. Выпал снег и мир летит. Без тебя.
Och nu så tror jag min artist. I köras budget Maja artistka då. И наша тоже. Моя. Любимая. Алла Борисовна Пугачёва. А Алла, где ты?
Средь лета пшеницы. Хрупкие руки, большие ресницы. Королева, ах, королева. Королева, ах, королева. Королева, ах, королева. Пронеслись года над головою. Что же они сделали с тобою? Королева, ах, королева. С ней я была незаметною тенью. Вместо любви научилась терпенью. Королева, ах, королева. Королева, ах, королева. Дорогие друзья, мне приятно представить самую популярную группу в Европе 1986 года. И эту популярность, это первое место, они прочно удерживают и в этом году. Артисты специально на один день прилетели к нам на нашу съемку. У нас в гостях группа Europe, Европа, солист Joey Tempest.
you very much. Thank you all of you. Дорогие друзья, подходит к концу нашей передачи. Я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшней съемки и поблагодарить хозяина лестницы Якоба Долина. Сейчас момент. И в память о нашей встрече я хотел бы преподнести вот этот небольшой московский сувенир. А теперь ты можешь ездить на любую студию, пожалуйста, со своей лестницей. А я попрошу всех актеров оставить свои автографы на ступеньках этой лестницы. Thank you.